Добрый день, дорогие друзья, подписчики моего канала и гости. Вышла снять последнее, что цветет в этом саду, розочки. Вот цветет по-прежнему. Бакара. Абракадабра. Вот розовая роза начала расцветать. Она не розовая, она такого цвета, розовая с сиреневым. Вот роза какая разрослась будет на тот год, плетистая. Большая вот будет роза красная. Вот они, моя горка. Вот, смотрите, какие красавцы разрослись на ней. А еще они будут, они за осень всегда разрастаются хорошо и покрывают всю гору. Вот она будет. Вот это. Тут кустик, наверное, айсфогель. Розочка. Мне так кажется, что она, ну, на той вот посмотрим, что она выдаст, какая она будет. Вот она, аспирин еще немножко цветет. Братья Грим. Вон цветут как. Вон. Какую кисть выдали. Красиво цветут. Последние осенние цветочки. Вот заходит на цветение желтая роза. Вся на бутонах, вот она. Будет тепло, она, конечно, еще процветет. Double Delight. Два цвета, вот они. С ароматом красивые, вот какие они. Ну, уже осень уже. Красиво. Здесь цветет эту розу, я тоже не знаю, она без названия, с ароматом совсем, это английская роза какая-то, но еще не знаю. Вот она цветет, вот Black Baccara, розовая роза тут цветает по-прежнему. Цветет принц Монако. Кустик даже неплохой нарастил. Вот она, эта роза. Не знаю, может, Lady of Shalott. Похожа она, ну, на той год оно покажет. Вот спрейка. Orange Baby. Это красиво. Вот она еще роза. Вот я пришла специально показать эту розу вам. Ну, вот я еще к ней подсадила вот еще одну такую же. Будет она такое солнышко. Вот смотрите. Ну, очень уж красивая роза. Ну, достойная. Ну, действительно, она стоит того, чтобы называться солнышком. Она уже покраснела вся. Уже солнца такового нету. Вот. Но она очень красиво смотрится. Вот. Куст красивый нарастила. Вот. Весенней посадки роза. И цветет, и цветет, и цветет. Вот. Все цветы вот уже держатся с месяц, наверное. Вон, как только они раскрылись. Смотрите, какая роза прекраснейшая. Советую вам тоже приобрести эту розу. Она никогда не бывает без цветов. Цветы
со вкусом лета. Называются такие. Вот она. Череблёсум выдала цвет. Вот она. Аква. Вот она. Аква цветет еще. Вот они насаженные. Молодые здесь на той вот. Будет много тоже. Вот их. Я поубирала старые. Вот она, розочка. Не знаю, они не по названию. Так что думала одна, один сорт. Но мне иначе этот совсем не тот сорт. Пусть будет без названия. Вот она. Вот она. Вот на бутоны заходит. На это, может, процветет еще Леонардо да Винчи. Вот он, Леонардо да Винчи. Там молодой куст этого года. Вот он цветет. Да Винчи. Вон, смотри. Вон, красивая роза. Конечно. В том году она цвела очень. Вот. Это тоже ж. По названию эта роза. Ванила парфюм. Ну, я не знаю, правда это она или нет. Вот сюда подсадила розу. Потому что они у меня первые розы пришли все не по названию. Кто знает чего наложили. Вот. Это акита зацветает. Он весь на бутонах. Ну, будет, то и может и процветет. Ну, вот тоже роза безымянная. Тоже цветет. Вот будут цвести. Вот они. Хризантемы. Поздние хризантемы. Цветут. Вот она. Тоже аква цветет. И вот она. А вот это. Это Ютерсен. Один цветочек выдал. Розариум. Больше нечего снимать. Я просто пришла вам снять эту красивую розу и показать. Вот эту красивую розу я хочу вам показать. Ну, пойдем в тот сад сейчас. Посмотрим, там что цветет. Ну вот императрица здесь еще цветет. Ну, по-прежнему цветут 4 сезона эти вот. Вот она кисть с 4 сезонов какая вот. Вот красивая кисть, красивая розочка. Вот она еще цветет это все. Которая, я думала, Сахара. Это не Сахара, это кто знает какая роза. Ну, неплохая. Вот она. Вот она красная какая-то. Тоже цветет, тоже без названия они все. Вот они насаженные. Новые розы бордюрные здесь будут. Можно красивые быть. Вот они бордюрные, вон, растут. Все. Вот, а, вот покажу вам монстра своего. Вот это роза Рамблер. Один раз она цветет. Вот видите, набросала каких веток. И как мне весною, как я с ней покажу, как я с ней справлюсь. И как она у меня будет красиво выглядеть. Вот, я вам все покажу. Вот. Вот. Такие ветки монстры здесь просто наросли за этот год. Вот. Вон клематис там еще вверху цветет полностью. Вот он. Вот он клематис. Вот. Вот.
сейчас. А вот ромашка цветет. Смотрите. Осенью цветет ромашка. Вот она, роза. Красивая. Но роза тоже без названия. Ей есть название, но тут не то название. Вот она, очень красивая роза. Вот, смотрите, тоже долго держит цветок свой. Такая красивая. Вот она до сих пор цветет. Вот он. Артур Белл. Смотрите, какие цветы стали на нем красивые. Вот Джулия Челд должна процвести еще, я так думаю. Тоже бутонов на нее много. Акита моя. Она осенью белая и с красными крапинками цветет, выдает сюда красную крапинку. Вот перчики еще растут, вон они. Ну что ж, дорогие друзья, кто был со мной, спасибо вам всем. До свидания. Заказала еще розы, буду сажать. Потом покажу вам. Приходите на мой канал. Будем общаться. Будем познавать много прекрасного. Смотреть, как будут расти наши розочки. Приносить нам удовольствие. До свидания, до новых встреч.